Ну, что ты скажешь? Не ед ты, не ед. Да не переживай ты. Куда они денутся? Да, тебе хорошо говорить, не переживай. Вон, ты на своего Федора дома наглядишься, а я... Сейчас зазвонит, и опять поехал не с ним. Надо же, на трех докторов два водителя. Хоть бы новенький скорее поправился, что ли. Ненормальный ты, Райка. Я б на твоем месте давно б завязала с этим делом. Не могу. Ну, за что мне такое наказание? Такой парень у меня был. Взяла в этого, врезалась. Может, свое счастье проглядела, а вот никого мне не надо. Только его одного. Везет же некоторым, и за них даже разводятся. А ты жену-то его видела? Интересно? Да, ну, подумаешь. Так, ничего особенного. Прибрано более-менее. Глазки намазаны со вкусом. А туфли лаковые, между прочим, за 45 уже отходят. Вот так. Пойду я к себе в диспетчерскую, Рая. То придет доктор Шестопал, она мне даст, что я не на своем месте. Да, ну. Ай. Любань, слушай. А кто такая сватья? Сватья? Муж, сестра, жена, да я не знаю. А зачем? Ну, вспомни, Любаш, я скажу потом. Ты знаешь, это Федькина мамаша, моей мамаши. Сватья. Точно, все сходится. Да зачем тебе? Подожди, тише. Зачем? Мы тут, понимаешь, в понедельник дежурили. Ну, поступает вызов. Едем. Как раз Верка Черпакова работает. Ну, я за ним тащусь, естественно. Но он меня жалеет, говорит, спальба ворачка в машине, сейчас не холодно. Ну, у нас обычный разговор. Я говорю, вы же недопонимаете, я же учусь, практически осваиваю. Ну, ладно. Значит, три двора протопали, приходим, еле нашли парадный. Две бабки. Ну, бабки, я тебе скажу, цирк. И совершенно одинокие. Ну, ни детей, ни внуков, ну, никого. Господи, вот бедняги-то, а? Неотложное. Одну минуточку. Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Трубочку возьмите. Да. Слушаем. Да. Какое давление? Горчичники к затылку можно, да. Дибазол, да, с папаверином. Грелочку обязательно. Пожалуйста, звоните. Ну что, что поздно, может звонить в любое время, у нас работа такая. Пожалуйста. Поправляйте. А ты звонят, у нас же не справочная. Дружочек, больному нужен врач. На этом мир стоит. И, извольте ли видеть, иногда важно сказать покойное слово. И это помогает. Хорошо, что еще телефон придумали. Да. Что, они не знают, что с давлением делать? Оно же не вчера поднялось, правда? Ну, дальше-то чего было? Ну, вот. Значит, совершенно одинокие бабки. А одну печень. Он укол-то сделал, а потом говорит, бабушка, а у вас алохол-то есть? А ножпа? Она говорит, ничего нет, я, говорит, днем по врачам не хожу, потому что в очередях чего-то только не наслушается. От одних разговоров, говорит, помрешь. Ну вот, а ночью, говорит, неотложку вызывай, она только укол делает, и все. Ну что там, Тамара Сергеевна? Пришлось госпитализировать. Похоже на менингит. Ох, бедняга-то, а? Ничего, 18 лет. Выкарабкается. Ну, ты же его знаешь, после работы едет в аптеку, я за ним тащусь, покупает все лекарства и к бабкам. Это доктор Жуков, конечно. Ну, что такое? Ничего. Красиво, просто для художественной литературы. Вместо того, чтобы отдохнуть, подготовиться к следующему дежурству, доктор Жуков занимается... частной благотворительности. Что за человек, Тамара Сергеевна? Я не человек, я врач. Мое дело лечить людей, а не бегать по аптекам. Дальше-то чего? Да ну, все настроение сбило. Ну, они разахались, конечно. Говорит, желанный наш, попечь, куда тебе еще работать. Но он, между прочим, отказался.
Сказал, что его больные ждут и даже умирающие. Да не ворчи ты на нее. Она вон на третий вызов пешком ходит. Ну пусть. Ох, куда же это доктор Жуков-то с Федором подевались, а? Тамара Сергеевна, скажите, а вы у своего мужа Тарежина? Ну, говорят, у вашего мужа раньше была другая жена. Раечка, нужно иметь хоть какой-нибудь такт. Ну, спросить ничего нельзя. Неотложное. Одну минуточку. Доктор Шестопал, возьмите трубку. Врач неотложной помощи Шестопал. В общем, пишется отдельно. С одним О. Выделяется запятыми. Вообще вместе с двумя О запятыми не выделяется, да. Задача получилась? Котлеты разогрей, холодные не ешь. Никакого телевизора, все. Сын. А у нас детей нет. Один шкаф только трехстворчатый. Федор говорит, надо сначала... Неотложное. Да. Фамилия больного. Возраст. Адрес. С улицы. Подарку. Так. Что болит? Точнее, можете сказать? Будет врач. Господи, что за люди? Болит, а что болит? Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Господи, разоспался ты как, а? Я его сейчас как Верка Черпакова. Доктор Немёдов, на выезд. Раиса Павловна, вы меня отвезете? Всегда, пожалуйста. Что это вы на меня опять гневаетесь? Ничего, Андрей Андреевич, всегда в надо, так надо поехать. Она вообще-то всегда с доктором Жуковым ездит, я Андрей Андреевич. Может быть, она будет выбирать, с кем ей ездить? Ну, ничего, мы скоро обернемся. Тамара Сергеевна, что ж, если на неотложке работаешь, так не имеешь права влюбиться? Он женат. Ну, ведь сердцу не прикажешь. А если бы она в вашего Федора влюбилась? Влюбилась Верка Черпакова. Я ее понимаю. А Феденьке 145-е предпоследнее предупреждение сделала. Ой, кто приехал? Доктор Гоша, привет. Здравствуйте. Угу. Твой Федор не Федова поверил. А что сказал? Ну, что он мог сказать, если у него в запасе три слова? Ладно, железно, муть, домосфер. Да, он сказал ладно и поехал. Потому что он у меня душевный. Исключительно. Особенно в дни получки. Тамара Сергеевна. Как только некоторых мужья терпит. Что так долго, доктор Гош? Так три вызова. Да, Раечка, и знаете, куда первый? К тем старушкам, помните? К сватьям. Да? Ой, Люб, я ж тебе забыл сказать, эти бабки цвати друг другу. Ну, бабки цирк, обе здоровы вполне. Накрыли на стол салат, пирожки, утка какая-то дурацкая с яблоками. Сюда, уточку сейчас. И нас с вами поджидают. Ну, я их, конечно, отчитал и уехал. Но этого еще не хватает. Удивительно, как вы не пообещали приехать в другой раз. А я чуть не пообещал. А потом подумал, дьявол их знает. Вдруг вообразят, что я в следующий раз наперерез очереди к ним. Без дьявола не можете? Эх, доктор Гош, люди к вам от чистого сердца, а вы уже подозреваете. Сердце тут ни при чем. Знаешь, Тамара Сергеевна, я бы на вашем месте устроилась бы... Учителем чистописания. У вас прописи хорошо получаются. Ну ладно, вызовы есть? Вы видите, я здесь, значит, вызовов нет. Хорошо, тогда я хочу есть. Между прочим, сначала моют руки, потом принимаются за еду. Особенно касается медиков. Да я мыл вроде. Разогрей. Нет, не надо. А чайничек поставишь? Спасибо.
И вообще, Тамара Сергеевна, ну не обращайтесь со мной, как с ребенком, я же не мальчик. Пожалуйста, я хочу как лучше, дело ваше. Просто я вас всех здесь старше. Тамара Сергеевна, допустим, меня вы старше на 3 года. Ну, именно эти 3 года я провела за полярным кругом. Одна, на много километров, даже фельдшера не было. Там на ваши эмоции времени не хватало, там надо было одно, лечить людей. А вот вы видели когда-нибудь, как Андрей Андреевич входит к больному? Не Федор? Ну, доктор Нефедов для меня не высший авторитет. Вчера он вошел к больному в мятом пиджаке. Как мне стыдно, у него ж халат сверху, и вообще он старый, ему трудно не спать. Почему же вы не замечаете, Тамара Сергеевна, как он вскакивает, когда моя трубка только зашипит? Ну, осточертили мне эти свары. Хватит. Доктор Нефедов входит к больному веселый. Он говорит, что весельем тоже лечат. Психотерапия, между прочим, очень полезная вещь. Не понимаю этой системы. Больных надо лечить лекарствами, а не улыбками. Простите, вы просто не хотите понять. Неотложное. Одну минутку. Доктор Жуков, вас просят. Да. А, конечно. Да. И я тоже. Ну все. Ваша жена звонила? Да. Ваша супруга позволяет себе 6 раз во время дежурства поинтересоваться, как вы на данном отрезке времени к ней относитесь, а между тем больные. В общем, пишет отдельно, а вообще вместе. Вы правы. Мне звонят редко, но я скажу, чтобы не звонили, вы правы. Да будет вам, Тамара Сергеевна, да что мы, не люди в конце-то концов. Сплошная демагогия. Мы люди, больные люди. Это не те категории, дорогие мои. Есть врачи, есть больные. Я не могу позволить себе особенно заинтересоваться каким-то больным, потому что меня ждут другие. А в каком смысле особенно заинтересоваться? В любом. Мое дело снять боль или вызвать сантранспорт. Простите, но зачем тогда работать? Именно для того, чтобы помогать людям, да. А не потому, что вам жалко или еще что-нибудь. Мне никого не жалко. У меня времени на это не хватает. Но если меня вызовут хоть... к убийце я поеду лечить, потому что это мой долг. Так подумаешь, открытие, я тоже буду лечить, это каждого долг. Вы работаете как будто для себя, как будто лично вам... Неотложное. Да. Фамилия больного. Адрес. Возраст. С улицы? Сейчас будет врач. Тамара Сергеевна, это вам очень плохо, вроде острый живот. Жалко. Что ее очередь ехать, а не ваша. Ну что ты несешь? Она врач лучше, чем я. Переношу я ее. Уж больно у нее все стерильно, больно уж она правильная. Не знаю, Любаша. Мне кажется, в ее разговорах что-то есть. Даже что-то убедительное. Иногда мне кажется, что ее уверенность... как раз от неуверенности. Девушка, это тут неотложная, да, помощь? Да, что такое? Что случилось? Егор Иванович, здравствуйте. Ничего не случилось. Что случилось? Ничего желанное, ничего, ну что вы. Это я вот так, вы знаете, у меня сватья говорит, ну что, Анастасия, мы, говорит, сидим сытые, а они, говорит, там бегают неемши. Ну и потом это вот, видите, пироги-то ведь у нас пропадают, нам же это все запрещенное, Егор Иванович. Вот еще на мою голову, хотел ручку, давай теперь расклепывать. Ну, вот она тут и все. Бабушка, а? Бабушка, да вы в своем уме, мы ничего не имеем права брать от населения. Погоди, ты не трясись, ты что, ты была больше, что много выучила, что ли? Ну что, она отравленная, что ли? Бабушка, да мы не имеем права. Милый, уймись, я и права знаю, я еще обязанности. Вот, а что, у него были обязанности нам за лекарствами бегать, да? Ну так вот. Это же я чисто по-человечески. Егор Иванович, да я же тоже по человечеству, ну. А ты что, боишься, что, небось, мы теперь без очереди врачей будем требовать? Нет. Да ты не опомните, милый. Да я ж зеничица. Как зеничица? Как обыкновенно. Ты книжки читал, кино видал? Вон она. Простите, а сколько же вам лет? Вот, мне 72. Ну, тогда-то у меня было 42. Мне внуки были, я какая быстрая была, ну, так. Так сложилось.
Вас в 42 года зеничицей взяли? Да. Кто же? Как кто? Муж взял. Да, Коша, он у меня, знаешь, он у меня большой начальник был. Он, да, зенитной батареей командовал. Вот потом, как засыпала внуков-то с невесткой вместе, он мне говорит, говорит, Настась, ну, говорит, теперь иди, говорит, с нами. Куда ж? Кто меня сына убил. Да. Ну, а он сам у меня всю войну прошел. Вот только в 63-м годе он помер. Но это уж сам он. Сам. Это уж от ну, себя. Вы да. Садитесь, а? Вы садитесь, пожалуйста. Вот, спасибо. Садитесь. Ну, это уже разговор другой. Ну, как да. Ваша печень-то? Печень-то, она ничего, ничего, не болит. Но я все принимаю, что ты велел. Эти вот шарики и этот, как алахол какой-то. Алахол. Ну, кушайте. Вот вам, пожалуйста, пирожки, кофе. Кофе. А эта уточка, она была еще горяченькая, вот. И кофе это мне сватер. Заварила. О, она умеет по-турецкому заваривать. Ох, попадет да. Нам, бабушка. А почему попадет мне? Ну, как вам... Мы не люди, ну... как вам объяснить? Вы понимаете, мы что... мы врачи, ну, а вы... Угу. Кушайте. Кушайте. Спасибо. Это тоже свадья приготовила? А? Нет, нет. Ну, свадья не умеет. Она у меня в цирке работала. Она по канату ходила. Ну, какие же там пироги-то? Что? А я сама, между прочим, я пенсию получаю, да. Так что вот скажите, кто спросит, что вот, мол, Зверева Анастасия Дмитриевна взяла над нами шефство, да, это фамилия моя такая. Так я знаю, Зверева, знаю. Да, Зверева Анастасия Вы знаете, Дмитриевна. Большое спасибо вам, я это съем, только можно мне сейчас заняться бухгалтерией? Очень мне надо, да? Вы извините меня, пожалуйста, извините. Ой, Господи. Хорошо, как у вас тут, я гляжу. Да, как-то уютненько. Ленси, а эту Верочку кто? Это Раечка, бабушка, шофер, который с доктором приезжал. А, да, я помню, я знаю. У меня миосклероза-то нету, я знаю. О, и так это я умею. Да. Вот только интересно, какой же ты на сторону накидывает. Бабушка, только ради бога ничего не трогайте. Мне это как за вас попадет. Не надо, не да, трогайте, не бойтесь. Да что ты такая пугливая? Что тебе попадет, попадет? Ну что, я не понимаю, что сама-то. Ты давай куртку ешь. Что глядеть, ешь. Спасибо. Угу. Это интересно, что же это она вяжет. Ну да, она шаль вяжет. Или просто хламиду, что ли. И не это, ты знаешь... Это как она теперь называется-то это? Понча. Понча. Ну и ну. Ага. Вот. Да. Что это? Ну ты ешь, ешь. Спасибо, Паша. Что смотреть-то? Ты знаешь, а я вот дома сижу, да думаю, наверное, у них так это все совует, на телефон трещит ежеминутно. А он гляди-ка, молчит, как выключенный. Бабушка, потому что три недели, ну? И погода для сердечников не тяжелая. А-а-а. Он даже скучный. Вон, на, глянь, проснулся. Неотложная? Нет. Нет, еще не приехал. Я помню. Обязательно, как только приедет. Обязательно. Звонили от механика часового завода. Плохо опять. Сейчас поеду. Нет. Спокойно, Гош, на чем? Машины-то нет. А потом просили Нефедова лично. Знаешь что, если он не приедет сейчас, тогда отправим тебя. Так бы научиться, чтоб тебя лично звали. Слышала бы сейчас Тамара Сергеевна. Вот вам бабушка и в мятом пиджаке. А кто это Тамара Сергеевна? Это что? Это значит, старшая над вами, да? Над всеми она старшая бабушка. Характер у нее такой. А, приехали, Андрей Андреевич. А где Федор? Как обычно, спит в машине. Просто удивительная способность засыпать в ту самую минуту, когда перестает... Работать
Мотор, у нас очень приятное общество. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу представиться. Зверева моя фамилия. Анастасия Дмитриевна, я пенсионерка. Да. Это я взяла на два вмешательства. Да, прошу покорно же отведать пирожка. Благодарю покорно, обязательно отведаю. Не успеете, Андрей Андреевич. Звонили опять от механика часового завода, плохо. Ну что ж, придется опять будить Федора Ивановича. Да, уже не беспокоить. А это вам на дорожку с Федором. Ну, вы знаете где, да? Где химчистка, вход с улицы, квартира 5. Любовь Ивановна, я работаю на этой станции 54-й год. И уже лет 20 лечу механика Кривцова. Это справедливо. Я, вы знаете, тоже 30 лет бы работала, но вот мне война все сбила. Покончишь, прошу, извините. Очень аппетитные пирожки, я отведаю непременно. Простите, они с чем? Я рыбу не ем. Нет, они с мясом. Изумительно. Вот раньше все мужчины были такие. Какие, бабушка? Вежливые. Ну, нынешние, конечно, они даже и слов таких мил. Не знаю, как знаешь, там, покорнишь или он справедливо. Она, еще одна явилась. А что, Федор отъехал? Да. Здрасте. Ой, бабушка, не путайте мне вязание. Ой, вообще, тарахтит, не понять ничего. А, Тамара Сергеевна, что ж нету? А вот, извините, со мной товарищ из милиции. Чем могу служить? И наш умеет тоже. Товарищ врач, такое дело. Нашли в саду на скамейке ребенка, точнее мальчика. Молчит. Откуда? Как звать? Сколько лет? Молчит. Ну, надо бы, конечно, его в детскую комнату, но у нас подозрение, нормальный ли он. И вот ваш товарищ порекомендовала привезти сюда его к вам. Ну, а где мальчик-то? Да мальчик тут в коридоре. И уж уже он сбежал. Да куда он сбежит? Робко весь. То ли он испугался, то ли вообще непонятно что. Здрасте какие. Слушай, бабушка, нет, а что не делать-то с ним будет? Да, бабушка, миленькая, погодите. Ну, дай мне поглядеть. Да нельзя же, люди работают, это не цирк, вы будете им мешать. Пойдемте со мной в диспетчерскую. Бабушка, пошли же, ну не мешайте вы. Ну вот, вот это вот доктора, доктор хороший, если что болит, скажи, ну скажи, и не стесняйся. Вот видишь, звать тебя как? Сколько тебе лет? Одну минуточку. Ну садись. Ну ты что, садиться не умеешь, что ли? Ну, как тебя звать? Лучше, что молчишь. А может быть, ты испугался милиционера? Так он добрый. Он тебе хотел к маме отвезти. И вот так вот все время. Ну, товарищ врач, я пойду. Вот вам наш телефончик. В случае чего звоните. Если он здоровый, к нам направляйте. Дежурный у нас в курсе. Ну, а если болен, сами знаете, что с ним делать. Ну, а мне взрослыми заниматься надо. До свидания. Вы извините, доктор Гошин. Я думал, тут Тамара Сергеевна. Пусть нам поможет. Ну, а что извиняться-то? Разберемся не хуже Тамары Сергеевны. Так или нет? Ну-ка, открой рот. Ну, что, как звать тебя? Ну, ты слышишь? Ну, что ж ты молчишь? Ну, мама у тебя есть? Доктор Жуков. Егор Иванович, на вызов. Бабушка, очень плохо с сердцем после инфаркта. А, Люба, займись человеком. Райка, давай, гони во всю мощь, там, наверное, второй инфаркт. Ну, чего? Чего молчишь-то? Молчанку, что ли, играть будем? Ну, ты встань давай. Ну, что, ты не хочешь разговаривать? Ну, пойдем тогда в диспетчерскую, спать тебя уложу. Как короля или как принцесса на горошине. У меня бабушка еще писанина, и во. Давай-ка, пойдем. Ну, послушай, что, значит, я пойду, раз ты так занята. Ну, ладно. А ты знаешь, я все-таки гляжу, что у вас можно работать. Можно тут так тихо, значит, спокойненько, как-то уютно так. Хорошо, можно. Бабушка.
Видели бы вы, как они сейчас там тихо и спокойно работают. Тот старик, который дверь открывал, отец больного, говорит, не трогайте его, оставьте покой, все равно помирает. Не мучайте. Раечка, больное сознание. Таз с горячей водой. А старику что сказать? Ничего, ничего. Это не больно. Осторожно. Жгуты. Может, форточку открыть? Можно, в той комнате. Сейчас. Сейчас. Жгуты. Ну как, легче? Ну хоть капельку. Легче. Ничего, ничего. Давление. Спокойно. Слабость. Это ничего, ничего. Уже не дурно. Совсем не дурно. Теперь постарайтесь заснуть. Это очень важно. Ну как, старик? Ничего, только сюда идти боится. Говорит, это его единственный и очень хороший ученый. Я это вижу. Как видите? Может быть, ляжем? Попробуем лечь. Осторожнее. Осторожнее, осторожнее. Ну как? Легче? Нет, нет, помолчите. Помолчите. Вы мне только глазами покажите. Легче? Ну вот. Видите, уже пробуем улыбнуться. Хорошо. Раечка, одеяло еще одно. Сейчас прошу. Он опять говорит, старик-то. Что? Ну, старик. А. Скажите ему, что опасность миновала. Вы? Это правда? Правда. Не буду же я обманывать старика. Говорит, навеки запомни этого Георгия. А я говорю, доктор Егор. А он говорит, Егор и Георгий одно имя. Правда? Правда. Одно имя. Слышите? Что-то... По-моему, не важно. Еще в медики готовитесь. Что вы? Превосходно дышит. Восхитительно. Здорово. Ой, опять. Что опять? Предаюсь неумеренным восторгом, как скажет Тамара Сергеевна. Да ну и. Кажется, заснул. Это очень важно.
А почему же вы не называете себя Георгий Иванович? Так ведь красивее. Потому что отец у меня Иван Егорович, дед Егор Иванович, прадед Иван Егорович. Интересно. А, и сын поэтому Ваня. А только зачем это? Не знаю. Наверное, связь времен. Ну, вот как у Балконских. Николай Андреевич, потом Андрей Николаевич, потом Николай Андреевич. Я знаю. Смотрела все 4 серии. Только вот не догадалась, что мальчик, а дедушка. Вы меня убиваете, Раечка. «Войну и мир» не смотреть надо, а читать. Да я все осознаю, доктор Гоша, только мне читать ее скучно. Что? Нет, 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 надо так, нет, надо так полежать. Неудобно. Может быть, перестелить? Перечитывать. Он говорит перечитывать. Что перечитывать? «Войну и мир» надо перечитывать. Конечно, перечитывать. Значит, хорошо, да? Совсем хорошо. Вот Тамара Сергеевна говорит, что ей неинтересно разглядывать больных, какие они. Она их лечит. Но что делать мне, если мне каждый человек интересен? Вот какой он? Вот хотя бы этот, с отеком легким. Я думаю, он не меньше, как академик. О, хватило. Возможно, он просто учитель. Но ты заметила, как он держался? Как он мне помогал? Для Тамары Сергеевны все больные, что комары да мухи. Я бы только диссертацию написать, поднабрать побольше фактов. Нет. Я вам скажу, вы уж очень ей поддаетесь. У вас очень характер мягкий. Ну вот, уже и господин фон Визин вздумал меня учить царствовать. Это какой фон Визин? Про Митрофанушку. Митрофанушку. Как говорила императрица Екатерина II. Я удивляюсь, сколько вы всего знаете, доктор Гоша. Ой, не говорите. Ничего я не знаю. Просто у меня мама была учительницей по литературе, только вот она любила сказать что-то в этом роде. А у вас мама на пенсии? Да если бы она дожила до пенсии, я даже и не знаю, стал бы я врачом. Приехал очень хороший врач, очень хороший, но не успел. Доктор Нефедов, Андрей Андреевич, если хотите знать. Надо ж. После этого вы с ним работаете. Он тогда сказал, мы не боги, мы только врачи, которым очень надо быть богами. Но это пока невозможно. А папа у вас? Что папа? А папа в порядке. С вами живет? Нет, у него семья, жена, дочь. Женился. И вы простили? Слушайте, Раечка, вы смешная. У нас оставилось еще, когда мама жива была. Ты что значит простил? Разве можно жить с человеком, которого ты разлюбил? Мама была умная, поняла. Не сразу, конечно, постепенно. Значит, и вы можете развестись со своей женой? Нет, никогда. Почему? А почему я должен развестись? Потому что не разлюблю. Ну, это все так говорят. Первые годы все так говорят. А что, вы знаете, сколько лет я жена? 3 года. Почему? А вы сами говорили, что у вас идет испытательный срок. А потом сказали, что испытательный срок в браке 3, 7 и 11 лет. Ну, это тоже мамина теория. Вот она с отцом 17 лет прожила, а я 7, между прочим. Сколько же вам лет? Так 25. Это что ж вы, 18 лет женились? Да. А, ну да. Некому было запретить. Так а зачем запрещать, как видите, не надо.
Да потом я думаю, что жениться и выходить замуж надо тогда, когда почувствуешь, что это абсолютно необходимо выйти за этого человека. А если он женат? Кто он? Ну, тот, за которого, ну, совершенно необходимо выйти замуж. Ну, тогда я не знаю. Никто не знает. Да ничего, Раечка. Вы еще такого парня найдете. Что вы? Вы же добрый, я же вижу, как вы около больного. Из вас настоящая сестра милосердия получится. Или врач. Слово-то какое, сестра милосердия. Да и на черта вам сдался этот сонный Федор. Господи, какой еще Федор? Это Верка Черпакова в Федора влюблена. Значит, для вас что Верка Черпакова, что я, без разницы. Ты вас, доктор Гоша, я полюбила на всю жизнь. Не надо. Это уж ни от вас, ни от меня не зависит. Нет, нет, Раечка. Раечка, я, понимаете, к вам очень отношусь хорошо. Вот чисто по-дружески. Я даже больше могу сказать, я вас очень люблю. Если бы еще отбросить, это очень. Нет, нет. Это исключено. А, ладно, ничего. Безответная любовь тоже счастье. Вы серьезно так думаете? Вот он, дом 17. Приехали. А может быть, все-таки вызовем неотложку? Нет. Люська приедет. Приедет, сама вызовет. Давно это у тебя? Никогда. Никогда не было? Нет. Может быть, тебе покушать что дать, а? Что там у твоей Люськи наготовлено? Не, Люська придет, она сама накормит. Здорово ты боишься свою Люську. Моя, наоборот, сама все накроет. Огурчики, грибочки, все чин-чинарем. Блины я очень уважаю. Блины – это всегда. А вот приезжай, посмотришь. Слушай, так может быть, ты что-нибудь скушал неподходящее? Сердце у меня. Точно. Отгулялся. Ух ты, как тебе скрутило-то, брат-то мой. Да что ж, 30 лет не видались, и такое, да еще завел ты мне с этим мотоциклом. Так на черт-то нужен, когда ты так болеешь-то. Толечка. А? Ну? Вызывай врача. Сейчас, Толя. Сейчас. Слушайте, где здесь телефон? Ну что? Надо врача вызвать срочно. Сейчас, я пойду. Там соседка, она побежала звонить. Ага. Она что, там дежурит, что ли, около двери, как не выйду, она все там. Да, ну, да нет, дамочка, ничего. Вот я тебе 10 раз, 100 раз писал. Ну. Давай, приезжай на север. Ведь было бы там, разве такое служба, а? Да. Ничего, поправишься и махнем. Махнем. Люська, она... Слушай, я сокращу твою Люську до минимума. Ну, да. Но надо же так запугать мужика-то. У меня двое ребят, и внук намечается. Я куда хочешь могу поехать, ну? А ты, ну, что ты здесь имеешь, ну? Детей не завел, работенку тебе не хогняхти как. Ну, что, ну? Все, махнем и все. А что? Помираю, Валера. Ух ты! Потерпи, Валера. Потерпи, дорогой, но ведь потерпи, ведь ты у меня как брат родной. Ты хоть скажи откровенно, что у тебя болит-то, где? Все болит. Ну подожди. Слабость. Потерпи. Ох, счастье, что я здесь. Так что же это они не едут-то? А? Город большой, чужо. Нас бы в секунду приехали. Все-таки понимают, что я не хухры-мухры, начальник участка. Да. Слушай, может, какая-нибудь валерьянку тебе у Люськи или в Люське имеется? Да не, не. Вот они, приехали. Пожалуйста, приходите сюда. Здравствуйте. Что случилось? Ничего себе в этом чисто прибранном доме. Ой, батюшки.
Я и не знала, что у них тут. Ой, вот приедет Людмила Афанасьевна, она вам покажет. Безусловно, выпили лишнее. Вот у меня тоже один знакомый. Тихо. Доктор, у меня инфаркт. Помираю. Тише, тише. Доктор, бегите лучше. Состояние очень тяжелое. Очень даже просто может быть инфаркт. Все-таки мужчине 52 года и таскает на себе все продукты. Разве это мужское дело? Ведь даже в газете писали, берегите мужчин. А Людмила Афанасьевна? Уберите посторонних из комнаты. Дайте мне, пожалуйста. Спасибо. И оставьте нас, пожалуйста. Я, доктор, расскажу. Да, а вы что, а вы доктор или студент, а? Вот сейчас бывает, студенты ездят, так они сами не разбираются, вы знаете. Некоторые нарочно бороды отращивают, а сами студенты. Вы знаете, вот у меня одна знакомая. Вы знаете, и... будьте любезны, если вы не оставите нас наедине с больным, может выйти большая неприятность. Пожалуйста. Ну, товарищи, прошу вас, вы же мешаете, доктор. Очень вас прошу. А почему вы думаете, что это у вас сердечная боль, а? Ну, приступы у вас были раньше? Никогда. А может быть, вы сегодня пили? Ничего. Ничего. Да? Даже не собирались. А что ели? Одно диетическое. Доктор, да вы не расспрашиваете его. Его лечить надо, не расспрашивать. Да вы бы хоть тарахтелку-то со стола убрали, ведь приедет Людмила Афанасьевна, она же вам задаст. Сию минуту, закройте дверь, пожалуйста. Значит так, вы сегодня не пили, ели диетическое. Да, диетическое. Боли возникли сами собой. Да. Так больно? Так. Доктор. Ну что? У меня сердце. Раечка, понимаете, острого живота нет, сердце в норме, печень в норме, пульса нет. Как нет? Я сам не пойму. Вы покажите, где вас болит? Просто все болит. Может, за Андреем Андреевичем съездить? Возможно, придется. Слушайте. Вы здесь не темните, зашептались. Я, знаете ли, начальник участка, я вам затолю. Товарищ, вы мешаете доктору работать, понимаете? Да. Сейчас я быстренько. Сейчас сделаем укол. Простите, доктор, а это полезный укол? Имейте в виду, мы с ним 5 лет на одной парте просидели. 5 месяцев в одном окопе пролежали. Так что имейте в виду, я... Никому не дозволено безответственные уколы делать. Пускает студентов. Я прошу выйти всех из комнаты. Ой, мужчина. Ну, с женщиной тот спокойно переносит укол. Женщины много чего спокойно переносят, доктор. Начиная от родов и наоборот. Да-да, женщина вообще существо сильное, особенно по сравнению с мужчиной. Постарайтесь заснуть. Да. Доктор, пока он заснул... Я хочу с вами посоветоваться. Понимаете, у меня тоже вот что-то со здоровьем. А что у вас со здоровьем? Ну, доктор, вот понимаете, я как-то вот так вот млею. Соседка! Ну? Уснула. Иди чайник поставь. Может, надо бы грелку поставить. Ну, сами поставьте. Ну, как вы считаете, доктор? Представляете, ведь все время такое томление. Я считаю, что надо заняться чайником. Ну, доктор, вы напрасно от меня отмахиваетесь. У меня как раз одна знакомая вот так же млела-млела и померла. Ну, ваша знакомая была за 50. Откуда вы знаете? Ну, вам же не за 50. Ну, что, конечно. Да, кстати, доктор, я хочу вам сообщить, что не надо быть таким доверчивым. Мало ли чем его Людмила кормит. Она же в основном свою диету соблюдает, себе фигуру бережет. А мужа она нисколечко не ценит, и это даже странно в наше время. Соседка, чайник кипит, где грелка? Доктор, ну где же моя Люська? Давно она должна прийти. Дело в том, доктор... Все из комнаты. Температура. Температура? Да. Немерили.
не сомневаться, не меньше 39. Грипп, наверное. А где пульс? Что такое? Ясно. Больной, у вас было ранение? Я без Люськи в больницу не поеду. Спокойно, спокойно, больной. Нет, все поеду. Вы так помирали. Ранение было у вас, спрашиваю? Да, в руку. Понятно, артерия перебита. Да. Да, 39,4. Вот. Поздравляю, доктор Жуков. Грипп! Все, у меня еще вызов. Какой грипп? У меня инфаркт. А можно узнать мнение специалиста? Никакого инфаркта у больного нет. Обыкновенный грипп, как вам уже сказал наш лучший специалист, доктор Жуков. Как грипп? Такое самочувствие. Все нормально. Обычно здоровые, крепкие мужчины теряют самообладание от высокой температуры. Слабость у него, это верно. Все остальное фантазия. На Пушкинскую, быстро. Ну, значит так. Антибиотики в первую очередь. Завтра позвоните в поликлинику, вызовите сестру, будет делать уколы. Аспирин в доме есть? Есть, есть. Ну так вот, горячего чаю с лимоном. Аспирин, чай с лимоном. Доктор, а на мотоцикле ездить можно? Это другой разговор. Да помираю, помираю. Вот как температура спадет, через 2 недели можно ездить. Лучше специалист, а? Надо же. Я думала, моложавые не очень. Да их теперь не разберешь, этих молодых. Мы-то разве такими были, а? Да. Движение руками. До сих пор не могу опомниться. Как же так опростоволоситься? И главное, с чем? С гриппом. Но ведь нет же эпидемии. Ну, чего переживать? Что еще должен переживать врач, если не свои ошибки? Между прочим, сегодня доктор Жуков академика спас. Какого еще академика? Простого нашего советского. Отек легких после инфаркта. Не такое простое дело. Подумаешь, грипп не распознал. Ну, с кем не бывает. Раечка, я прошу вас, я просто вас умоляю, не надо, не надо. Во-первых, он никакой не академик. Во-вторых, он... Какая нам разница, кто он? Больной, вот и все, что знаем о нем. И не смотрите на меня, пожалуйста, так. Нам, оказывается, надо не шипеть, а учиться у Тамары Сергеевны. Возмущают эти обывательские разговоры. Врачи ничего не понимают, врачи всегда ошибаются. Врач не имеет права ошибаться. Ну, что вы еще скажете новенького? На новеньком держится кулинария, дорогая моя. Медицина на другом. Любопытно. На чем же? На истине. Да, справедливо. Если бы еще знать, что есть истина. Андрей Андреевич, объясните, пожалуйста, что это неправильно, если врач считает себя все и всегда понимающим. Ведь иногда же может помочь сомнение. Я не замечала, чтоб сомнение вылечило хоть одну болезнь. Да. Вот грустное свойство старости. Многое перестаешь замечать. Неотложный. Товарищ Сергеевна, вас. Врач неотложной помощи Шестопалов. Да. В шкафу на нижней полке. Тапочки там же. Что вы ели? Когда ушел папа? Галстук надел? Ну хорошо, все. Все. Не понимаю, как так можно с ребенком по-солдатски? Ребенок должен сознавать, что я здесь не в бирюльке играю, не жду его телефонных звонков.
Сам должен знать, где его физкультурный костюм. Если он вообразит, что мать живет и работает только для него, он вырастет тунеядцем. Да. Вы знаете, в какой связи я упомянул о старости? Я раньше, как теперь принято говорить, всегда был в курсе того, что происходит здесь, у моих коллег. То, с кем дружит, то, с кем спорит, кого что волнует. А сейчас я как-то ничего не вижу, ничего не замечаю. Только и хватает сил, что на работу, а ведь этого мало. Это вы про меня? Я так стараюсь не ошибаться. Я не о вас, я о себе. У вас здесь, оказывается, противоречия, может быть, затруднения, да? Во всяком случае, споры. А что я? Я, значит, это проспал. Ужасно. Мне в молодости сказал, что я и только я отвечаю за все происходящее. Только теперь я понял, что на самом-то деле вся ответственность всегда лежит на стариках. В каком смысле? В самом прямом, Тамара Сергеевна, в самом прямом. У вас у всех очень много важных дел. Вам всем нужно учиться жить, учиться работать, не спорить, делать свое дело, учиться любить. Разве этому учатся? Непременно. А многие так и не выучиваются. А старикам-то уже поздно учиться. Единственное, что они могут, это не мешать молодым. Ну, кому же вы-то мешаете? Пожалуйста, не торопите меня, я сейчас довольно легко теряю мысль. Не мешаю, да. Но я же ей не помогаю, а это непростительно. Ну, я проспал, проглядел, не заметил. Позволил себе углубиться в свою старость. Это непозволительный эгоизм. Ну, скажите мне, о чем вы сейчас так страстно дискутируете? Ни о чем. На работе вообще не может быть дискуссий. Тамара Сергеевна, извините меня великодушно, но вы уклоняетесь. Вот именно, вы уклоняетесь от истины. Попросту говоря, вру. А зачем так? Вы ошибаетесь. Значит, вы тоже считаете, что врач имеет право на ошибку? Много лет тому назад я был вынужден сказать одному мальчику: мы не боги, мы только врачи. Я не успел спасти его мать. До сих пор не могу забыть глаза этого мальчика. Нас врачи часто ругают. Я знаю. Вот вы, вы, Тамара Сергеевна, изволили сказать обывательские разговоры. Чего я только не наслушался за полвека работы. Ну, неправда, вам столько благодарности пишут. Ну, не в этом дело. Ведь все эти жестокие слова говорит человек, который страдает. Страдает, потому что он болен, сам или кто-то из его близких. Поймите, это же специфика нашей профессии. Мы никогда не имеем дела с благополучием. Только, никогда, только вот с неблагополучием. Я думаю, может быть, учителям еще попадаются хорошие семьи, где умеют обращаться с детьми. Нам такие семьи не встречаются. Здоровых-то мы почему-то не лечим, только больных. А ведь больной — это несуществительное, это прилагательное к слову «человек». Андрей Андреевич, к чему эта речь? А к тому, дорогие мои, что спорить его совершенно справедливо. Абсолютно справедливо. Без ваших споров остановилась бы медицина, а без нее остановилась бы жизнь. Так ссориться не нужно, а спорить непременно. Кто такой больной? Всегда страдающий человек. Но кто такой врач? Человек или механизм для лечения? И то, и другое, я думаю. В какой мере то, а в какой другое? А не знаю.
Вообще, на какую меру усталости, раздражения, обиды, жалости, на какую меру чувств или бесчувственности мы имеем право? Кто может ответить на этот вопрос? Кто? На самом деле, где же найти эту меру? У каждого своя мерка. Тоже справедливо. Но, Тамашка, уверяю вас, иной раз бывает полезно подойти к тебе с чужой меркой. Понимаешь? Ей-богу. В каком-то роде проверить себя, поставить, как сказать, эксперимент. Доктор Шестопалов, не будет? Да. Вот так. Здравствуйте. Да. Иду. Поднимусь. Да. Сейчас. Здесь, в этом доме, моя больная, я сейчас приду. Вот видите, и у нее есть свои больные. Если бы вы знали, как мне худо от сознания, что я ошибся. Что же мне делать? Лечите. Всем нам лечить. Кто как может. У кого какой характер, у кого сколько сил. Лечить, иногда вспоминая при этом, что мы не боги. Чего мне не сидится за баранкой? На какого лешего мне сдался этот медтехник? Подождите, Раиса Павловна, дело в том, что в мое время дамы не выражали мысли таким оригинальным способом. На какого лешего вы изволились? Что именно вы имели в виду? Андрей, я в диспетчерском. Вот прекрасный принц. Меня он довел до ручки. Вот как проснулся полчаса, и ни слова, вот хоть ты его режь, принимайте. Да. Ты представляешь, сколько ты народу взбаламутил, а? Нас, милицию, а дома что о тебе думают? Ты слышишь, что я тебе говорю? Наказание какое-то. Но ты слышишь, что я тебе говорю? Да. Ну вот, а чего же не отвечаешь? Как фамилия? Ну ладно. А живешь ты где? Ну, а мама у тебя есть? Да. Ну так вот, ты представляешь, как она сейчас волнуется? Небось, вся милиция бегала, да. Ищет. Да, ищет. Не видно, чтобы она вся милиция бегала. Если бы оббегала, нам бы не пришлось с ним мучиться здесь. Да перестаньте, доктор Гош, сколько можно? Тише, тише. Шангельское терпение надо иметь. Тише. Ну, садись. Ну, будем говорить. Ну, а папа у тебя есть? Да. Слушай, а может быть, тебя обидели, папа или мама? Так ты нам скажи. Нет, я вообще детей люблю, но с этим бы я потерял терпение, честное слово. Ну, чего ты боишься-то? Мы же не звери, а люди. Неотложное. Нет. Ой, одну минуточку, одну минуточку. Доктор, это из милиции насчет этого. Доктор Жуков слушает. Да. Нет, мальчик вполне здоров, только чем-то сильно напуган. Нет, ни в коем случае. Сейчас 8:40, а мы работаем до 9, так что разберемся. Разберемся и сообщим. Да. Настаиваю. Это мнение всех работников станции. Все. Все, настаиваю. Он прям как Шестопал. Ну на чем вы настаиваете? Сейчас вот позвонят, вызовут вас. Ну и что вы выясните? Не позвонят, не позвонят. Сейчас уже из поликлиники вызывают. Я не понимаю, доктор Гоша, как так можно говорить? Мнение всех работников станции. Ну при чем здесь все работники станции? Ну ладно, ладно, ладно. Ну вот видишь, что ты натворил, а? Ну слушай, ну если ты больной, то... Ну а если ты здоровый-то? А может, ты просто хулиган? Вот. Нет. Нет? Нет? Значит, здравом рассудке?
Да. Ну, а одеяло у тебя есть? Кровать, постель? Да. Ну, так что ж ты спишь на скамейке? А? Вот сейчас отведу его в милицию. Не наше дело разбираться с потерянными детьми. Ну, Раечка, Раечка, тише. Ты тоже кое-чему научилась у Шестопала. Да мне ваше здоровье жалко, доктор Гоша. Ну, видишь, человек мучается с тобой, он устал. Урод несчастный. Ну-ну. Какой же он урод? Он очень симпатичный парнишка. Очень. Только вот хочется знать, как его зовут. Ну, скажи хоть имя-то, ну. Ой, поезд забыла. Как я голодна. Ба, у кого день рождения? М? Кто это? Тип. Господи, какой голодный-то. А руки? Ну, быстро руки мыть. Люба, чай горячий? Только что с кипелкой насыпь. Идиот. Ну, вот уродом нельзя называть, а идиотом можно. Да не он, а я идиот. Своего Ваньку давно накормил бы, а об этом даже не подумал. Ой, ну это же ему тоже, ну надо же. Откуда он взялся? Ну вот милиция нашла, на скамейке спал. С тех пор молчит. Давай, ешь. Чай пей. Как ты, прикуску или туда положить? Это что за штучки? Уроки у тебя когда начинаются? 8:30? Я во вторую смену. Задание, конечно, домашнее не сделал. Почему, конечно, я отличник. Прогульщик ты, вот ты кто, а не отличник. Где живешь? В Локовской области, я на поезде приехал. Натурально без билета? Ну да. Понятно. Куда направляешься? Прям случай в Нахимовское училище. Угу. В крайнем. А в лучшем? У меня тут есть родственники. Ну ладно, потом. Что дома думают? Ничего они там не думают. Я вообще-то записку оставлю. Ну? Ну, им не до меня. Вдруг там другой родился. Ну, ты хорош. Ты что ж думаешь, мать тебя разлюбит, если брат родила? Она говорит, что ей нечего думать о море, тем более под водой. Правильно. Утку ешь. А отец? Кто не слушается маму, вырастает бандитом. Тоже правильно. Ну ладно. Фамилия? Не скажу. Что? Все равно не поверить. Ладно, ладно, говори фамилию. Ломоносов. Ломоносов. Ломоносов? Ты не обижайся на нас. Так и живут. Это мы сами над собой смеемся, как сказал Н.В. Гоголь. Зовут тебя, конечно, Миша. А почему Миша? Ну, потому что того настоящего звали Михаил Васильевич. Нет, так ты Миша? В том-то и дело, что пока Вася. Отец говорит, вырастешь, будет у тебя сын, назови Михаилом. А. Они что сделали? Они иного тоже Васькой назвали. Вась, да ты не сердись. Это они, чтоб с внуками не промахнуться. Ну, хоть и одного сына-то должен мальчик родиться. Вот и будет Михаил Васильевич. А ты поэтому из дома ушел. Обиделся, значит, что еще один Василий. Вы бы не обиделись. Ну, ладно. Ты мне вот что скажи. Ты почему тут так долго молчал, а? Чтобы обратно не отправили. А почему сказал Тамара Сергеевна?
Они меня угостили неудобно. Логично. Ладно, вернемся к родственникам. Что ты будешь делать? Теткин муж моряк, может, он меня и возьмет, даже в плавание, например. Фамилия тетки? Дергачева. Анна Никифоровна. Любчик. Адрес? Счастливая улица, 12. Люба, проверьте это по справочному. И сообщите в милицию, что мы разобрались. Знаю я вас, в море. Начитался, ну вот этого, ну как его? Ничего, ничего, все мы когда-нибудь кого-нибудь начитались. Я не смущаюсь. Я тоже в свое время начитался. Можете себе представить, кого? Антон Павлович Чехов. И стал врачом. Доктор Дымов, попрыгунья. Романтика молодости. Тамара Сергеевна, романтика нужна в каждом возрасте. А я вот... Что с ним-то делать нам? Ну, это я беру на себя. Ну, нет, Егор Иванович все-таки может интересоваться. Поеду к родственникам, посмотрю на них, тогда можно будет что-нибудь решать. Ну вот, все исключительно ладно складывается, Тамара Сергеевна. Дергачёва есть, у них телефон, я позвонила. Ее нет, а сам дома, говорит, довезите вы этого паршивца. Даже сам хотел приехать. Ну, в общем, я в милицию позвонила. Да мы его сейчас с Федором отвезем. Не знаю, стоит ли его везти к человеку, который называет его паршивцем. Иногда так называют детей люди, которые их любят и даже понимают. Ты сам хочешь ехать? Тетя Аня нету? Нету, нету. Дядя Леня, ясно, хочу. Любочка, везите его, дайте адрес, да. Я закончу, приеду. Тамара Сергеевна, разве это дело врача по дяде? Счастливо тебе. Желаю вам всяческого благополучия, Василий Ломоносов. Спасибо за угощение. Вот. Всего вам наилучшего. Ладно, ладно. Скоро увидимся. Ну, пошли, Юнга. Я не забыл свой карандашик. Нет, не видно. Ой, слава тебе, Богородице, матка Боска застала. Бабушка, бывшая зенитчица, матка Боска. Это не была боль, это у меня рассказка такая от свадьбы. Пирожки съел все сам. Пожалуйста. А вы знаете, моя свадьба-то, она как-то когда-то замуж вышла за поляка. Красивый был поляк, да. Ну, любил ее страшно, но он по шесту ходил. Да. Ну вот, а знаете, потом он ее бросил, да, а потом уж в лесу его застрелили. Потому что он партизан и подался, а ведь, знаете, это не по шесту ходить-то. Простите, гражданка, что вам угодно? Мы закончили работать 9 часов. Вот с вами мы еще не видались. Разрешите представиться. Зверева Анастасия Дмитриевна, шеф вашей помощи. Какой шеф, какой помощи? Вот это бабушка нам утку принесла, и пирожки, и... Ой, про кофе-то забыли, остыл, наверное. А вы не волнуйтесь, он не остынет, он сутки гарантия. Все, можете не переживать. О, как беспокойная работа-то. Как его, а? Да. Необходимо над вами шефство. Прекрасный кофе. Прекрасные пирожки и все, но... Кто назначил вас шефом? Ну, это вопрос не по существу. А он сладкий, да? И крепкий, да? И не остыл. Ох, ведь. Да я, знаете, вот я прихожу домой, а мне сватья говорит, Анастасия, говорит, вы ведь совершенно сдурели. Колоритная дама ваша, сватья. Это верно-то. Она, да, теперь она стала калорийной. Но это от сидячей жизни. А раньше, вы знаете, она была прям как тростиночка, когда она по веревке ходила. Простите, ради бога, но все-таки что вас привело к нам? Кто-нибудь заболел? Да, вот это вежливый вопрос. Нет, спасибо, никто не заболел. Никто. И вот сватья, господи, она ж моложе меня. Ну, могла она мне напомнить-то, как пожилому человеку, не говорить всякие разные слова. Вообще-то в такой неурочный час вы пришли. Зачем-нибудь? Книга есть у вас? Бабушка, какая книжка? Обыкновенная. Жалобы, предложения. Господи, еще не легче. Зачем? Ой, да вы прямо мне не дадите слова сказать. Мне говорит сватья, говорит, Анастасия,
Но, говорит, какой эффект будут иметь и ваши утки, и пирожки? Ведь это люди, говорит, работают. Значит, их надо отметить по работе, как положено. Ну, для этого же существует книга-то жалоб, чтобы можно у нее написать благодарность. Ну, знаете, поскольку я малограмотная... Кому благодарность? А вот им. Вот Егору Ивановичу и всему техническому персоналу, что с ним ездит. У меня тут сватя все написала. Она написала. Мне тут не тяжело переписать-то. Бабушка, да. Хорошо бы, но да. Мы заканчиваем. 9 уже. Вот мы уходим. Понятно. Ну, да. Значит, мне в другой раз уже прийти, да? Ну, хорошо. Угу. Ладно. А когда вы еще? Нет уж. Я посижу. Прошу вас, вы же не целый день будете переписывать. Нет, ну конечно. Более ведь Егор Иванович, как вы видите, спит. И вряд ли удастся его скоро разбудить. Вот вам книга. Спасибо. Ну и в этом случае, Раиса Павловна, вы, очевидно, тоже не так уж торопитесь. Андрей Андреевич, поговорим, ничего не замечает. Ну как ж тут не замечать? Сохнешь по ему. Сразу видно. Ну что, ничего, твое дело молодое. Да он женат. Ну это другое дело. Ну ничего, отсохнешь или отобьешь. Это исключено. Ну, помучаешься и то жизнь. Но тут, знаешь, плохо, вот когда все уж отсохло. Вот. Как его фамилия? Ну вот это я вставлю, а то мы со сватей-то пропустили. Неотложное. А мы уже закончили обратиться в поли... А, здравствуйте. Здесь, да. Ой-ой-ой. Сейчас приедем, приедем, не беспокойтесь, сейчас приедем. Доктор Гоша. Это академик звонит, который не академик. Ну то есть он-то в порядке. Старик его сдал, с сердцем что-то. Доктор Гоша. Ну, как вас так? Ну, давайте я съезжу, давайте. А вы уж извините, его лично просят. Как хорошего доктора вот так. Раечка, ну что вы извините? Он действительно хороший доктор. Никто в этом не сомневается. Доктор Гоша, ну, как вас так? А вы его, как Люба, меня через рупор. О. Доктор Жуков, на выезд. Доктор Жуков, на
Thank you.